Всех приветствую на своем канале. Я тут слегка простуженная, точнее даже очень сильно слегка. И сейчас я попробую закончить наш с вами конкурс. Подарок у нас лежит как раз вот на столе у монитора. Сейчас я предварительно открытую скопирую ссылку. И я решила последовать совету одного из моих подписчиков в комментариях, Юль, кажется, так называется ее логин, и применить не в рукописку и то, как я хотела на рандом, а вот на этом сайте, кажется, он тоже с рандомом связан, рандомайзер, куда закидывается просто ссылка с видео. Вот она у нас, старт. И вот у нас победила Екатерина Васенева. Или Васенева. В общем, я жду, соответственно, адрес в личное сообщение ВКонтакте или в личное сообщение на канале. И, соответственно, поздравляю победителя. Я думаю, что все тут видно. Попробую сейчас чуть-чуть приблизить. Ну и, соответственно, сделаю скриншот, чтобы вы, если что, там не было сомнений каких-то. Даже, наверное, поднесу сейчас фотоаппарат с этого своего штатива. Лапы у меня трясутся благородным тремором. Вот. Екатерина Васенева. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока.